Всем привет, с вами Бедный таксист, и сегодня я хочу вам рассказать про разжигание коэффициента. Да, как вы, наверное, знаете, водители Яндекс.Такси начали делать рожек кэфа, то есть создавая фейк-заказы. И это по факту неправильно. Ну и хотя 50 на 50, я не уважаю фейк-заказы, но вот сейчас мне пришел 110-й коэффициент. Нормальный заказ, который я сейчас повезу. И что? Естественно, это круто. Возить коэффициенты. Не возить зеленые заказы, а возить какой-нибудь там мега крутой и дорогой заказ. Ладно. Теперь вы должны понимать, самое главное, когда вы сходите с линии после принятия заказа, тем самым создается коэффициент. Видите? Заказ гуляет в системе, и также создается коэффициент. То есть все-таки зависит от водителя. Заказ-то не берется никем. Вот этот вот заказ, он фейковый. Фейковый. Он же с комментариями, тот, кто умеет читать, тот, естественно, его не примет. Но есть и водители, которые принимают и это, потому что они не смотрят, что они принимают, к сожалению. И это вот прям проблема. Представляете? Не смотреть, что ты принимаешь. Просто вот тыкать на принятие заказа и... Не, я не понимаю. Ну ладно, это не суть. Суть самая главная. Работайте в Яндекс.Такси и делайте вот это одно правило — сходить с линии. То видео у меня очень сильно растянулось, поэтому я решил записывать такие маленькие короткие видео, где будет вам всем понятно, как зарабатывать в Яндекс.Такси, особенно в такие непростые времена, как сейчас. Наверное, вы должны это понимать. Сейчас заказов мало, водителей много, и заработки внизу. Поэтому надо следовать таким вот маленьким правилам. И тогда у нас все получится. Вместе у нас все получится. С вами был Бедный таксист. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь также на телеграм-канал, где я всякие там новости выкладываю. И не только новости, там можно пообщаться и с чат. Поэтому вступайте туда, и будем вместе двигаться только вперед к заработкам, к большим заработкам в Яндекс.